сказать какой-то кусочек песни, просто чтобы нас свели по звуку. Наверное, начинаю играть. Следующая песня будет называться «Каждое утро». Стоп. Подожди. Стой. Типа, стой. Что-то с гитарой. Секунду. Вот. Да, «Каждое утро».
разговаривал? Он гитара опять заводится, или мне показалось? Yeah.
Thank you.
слушательница наша. Ужасно. Нет, не ужасная слушательница, а ужасно радует. Это очень мило. Да. Это круто! Это супер круто! Вас лучше некуда! Давай, красно! Давай! Да, ну да, высота, конечно,
следующая песня позволит нам отдохнуть. Песня будет медленно, очень медленно, нереально медленно. Это свой лучше. А песня называется «Бурдалак», если что. Но это не важно. Там мы приглашают охранников. Охрана, это намек, идите нафиг оттуда. Yeah.
ебать! Ебать! Молодцы! Молодцы! Не, ну тут все-таки дети, зачем маты так думать? Молодцы! Ебать, колотить! Бомбаш! Я тут про детей говорил, следующая песня далеко не детская. Хорошо, что... Мясо давай! Молодцы! Мясо не будет, будет сон. Следующая песня называется «Pussy Juice». Еще раз. «Pussy Juice». Остановись, как кормлен! Соки на мясо! Мы так и не закрываем. Соки на не мясо! Все не мясо, кроме мяса.
финальная песня. Это будет. Все. Еще. На этом мы закончили. Еще давай. Что? Следующая песня будет новая из нашей программы. Ну, для вас все новое. Давай. Поэтому я буду петь с бумажки, я не особо помню текст. Да, мы будем лажать, потому что мы ее толком еще не репетировали. Она называется «Икар». Да, нам...
мне, по крайней мере, здесь понравилось. Надеюсь, вам тоже. Нет, все. Спасибо за внимание. С вами были через замечательную группу. Thank you.